И к новостям спорта. Метать с легкостью, копье и диск, толкать ядро. И все это в 77 лет. Гаербек Алиасхабовый из Гумбетовского района, чемпион России по легкой атлетике среди ветеранов спорта. И это не предел, говорит мужчина. Он усиленно готовится к новым победам. На одной из тренировок нестареющего спортсмена побывала и наша съемочная группа. Легкой атлетикой Гаербек Алиасхабов занялся 2 года назад и уже достиг отличных результатов. Все виды пробовал. И шахмат, и шашки, и футбол, и баскетбол, и волейбол. Все я пробовал. 500 спортсменов из 63 регионов страны. В Москве прошел 29-й чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов. Толкание ядра Гаербеку Гамидовичу удалось завоевать золото. Ну а за метание диска и копья – серебро и бронзу. Серебро России, 1 золото, 4 медали золотые, 3 Дагестан, чемпион Дагестана. И там есть серебро есть, ну, вот это все золотые, 5 штук. Еще не успел, я еще, наверное, думаю, еще в следующем году. От окружающих свой возраст мужчина не скрывает, а с гордостью показывает паспорт. Ведь без этого документа никто не верит, что ему 77 лет. Хорошо, отлично чувствую. Чувствую, пока ничего. Пока вот этих молодых вот пацанов я выиграю, своих детей выигрываю. Такие здоровые парни. Он выработал собственный комплекс упражнений и обязательно разминается минут 20, ну а тренируется как минимум 2 часа. Помог опыт учителя физкультуры. Гаербек Гамидович до сих пор преподает этот предмет в школе. Любить надо все равно, свою профессию любить надо. Иначе ничего не сделаешь. Однако тренироваться каждый день не получается. Хозяйство и пасека у горца отнимают много времени. Все говорят, и жена говорит, давай остановись, хватит. А у меня в селении 5 километров, у меня пасека есть там. Каждый день, через день тоже ходят туда и обратно, 50 километров делаю. 3 сына, 17 внуков и 2 правнука. Таким отцом и дедом они только гордятся. Ну, я счастлив, что у меня есть такой отец, что меня воспитал. Вот такой спортсмен 77 лет показывает истинный дагестанский дух. Благодаря социальным сетям о 77-летнем чемпионе узнали далеко за пределами республики. Теперь Гаербек Гамидович из небольшого села Читль – местная знаменитость. Конечно, он с детства занимался, он у нас тренер, и под его руководством выросло не одно поколение спортсменов. Играючи без какого-то напряжения, без нагрузок, если он постоянно, как сам говорит, будет заниматься одним видом спорта, то уже он может и Европу взять, хотя были предложения и Европу пойти. Нестареющий спортсмен готовится к очередному чемпионату на Кубок России, который пройдет осенью в Таганроге. В победе дагестанский ветеран не сомневается. Патиман Бурзиева, Саид Кутиев. Время новостей. Гумбетовский район.